Резидент Эвел. Всем привет, друзья! Так, продолжаем Резидент, бегаем, изучаем, смотрим, вспоминаем. Кажется, мне я играл ее, но я не уверен. Так, побежали, пробежим, посмотрим, что у нас тут мы имеем. Куча врагов, куча. Еще выжившие, надо завести их куда-то, куда-то, я не успел прочитать, куда. Так, стопы, алло. Стоп, стоп. 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 Да стой ты. Так, ты умер, не? Неизвестно, да? Умер ты, не умер. Так. Нам нужно еще искать патроны. Сейчас придется побегать. Так, что я хотел сказать? Я хотел сказать по поводу Ютуба, да, все ведь знают, что проблемы на Ютубе теперь. Проблемы большие. Вот, и неизвестно, что дальше будет. На этот случай я завожу каналы. Так, идите сюда, красавчики. Завожу каналы на Рутубе и Яндекс Дзен. Вроде так правильно, да? Как говорится. Так, ну давайте, окружайте меня и сюда. Да! Блин! Я планировал пробежать мимо. Ты чё? Помесапинс, блин, а? Идите сюда. Я просто не хочу патрон на вас тратить. У меня нет столько патронов. А, вот я могу сюда их заманить. Идите сюда, давай. Алло, все идем сюда. Полицай. Иди тоже сюда. Блин, полицай не туда пошел. Ладно, пойдем попробуем пробежим. Так что... так, что я говорил? Да, то, что... Открываю свои каналы, так сказать, про запас на Рутубе и Яндекс Дзен. Потом, конечно, после полного оформления и изучения ссылочки скину. Так, замок у нас очередной. Ссылочки будут, наверное, в описании. Так, тут цепь у нас какая-то. Так, тут заборы у нас. Так, хорошо. Бочка. Кстати, бочка. Бочка это. Так. Карлос, я на главной улице подальше. Видишь высокую опору линейной передачи? Подстанция. Чтобы попасть туда, проберись через переулок. Через переулок, в котором пылает огонь? Возможно. Каланче вроде себе мелкий. Не успевай читать. Да пошел ты! Короче, она его послала. Короче, она его послала. Так, здесь что у нас? Здесь огонь. Огонь, так. Пожарный гидрант. Для него что-то надо будет найти. Явно. Так. Опачки! Подошел волк, дунул на домик, и домик разлетелся. И поросята вылетели. Так, бочка у нас не просто так стоит, я думаю, да? Давайте вот так сделаем красиво. Вот так. Получилось? Вроде получилось. Так. Что-то я подобрал. Потом разберемся, что подобрал. Так, тут у нас красавчики тоже стоят. Так, у меня патронов есть вроде более-менее. Так, иди сюда. Все. Так, вот это что моргает? Опа! О, что моргает. А убить я смогу? Так, кто рычит? Тихо.
Так, не, пока ухожу, пока не будет побольше патронов, там, сундуков, ящиков и тому подобное. Так, кстати, вот у нас, вижу коробку. Патроночки нужны. Так, травочка, отлично. Так, место еще есть. Так, здесь кто-то у нас. Кто-то пыхтит. Так, а ты что у нас? Мертвый или живой? Живой, ё-моё. Ах ты, собака злая. Так, умрешь? Сгоришь, умрешь? Так, сзади никого, сзади никого. Так, это у нас обгорел. Здесь что-то у нас. Тоже какое-то чудо было, да? Вот это чудо. Ага. Так, здесь что у нас? А, это я вернулся обратно. Это я обратно вернулся. Хорошо. Так, о, эти живчики вылезли. Так, ну их я не буду убивать. Потом, когда патронов будет лишних. Так, нам, я так понимаю, туда надо пройти. Ладно, пройдем попозже. Блин, позже, а если мне сейчас их выманить сюда, на меня туда полезть, а я потом не выйду оттуда, если там нет прохода, я потом оттуда не выйду. Патронов у меня 30 штук. Блин, маловато, я без патронов останусь. Ладно. Если я правильно понимаю, мы все равно будем бегать очень много. Так, а ты живой, не живой? Вроде не живой. Вроде мертвый. Так, здесь у нас. Ай, ай, ползет, ползет, гадина. Фига ты живущий, собака. Сюда никого больше нет. Так, порох. Ага, порох, значит, я могу. Ну, а чё? А, у меня места нет, что? Так, давайте. Сейчас патрончиков мы нарисуем тогда. Вот так, да, и объединить сюда. Отлично. Так, порох хорошо будем знать, пускай лежит дневник владельца аптеки. Новый тоник для волос, умбрелла просто сметает с пола, хотя удивительный продукт всегда работает на ура. Тыры-пыры. Так, новый сейф идеален, никто не знает код, даже моя дрожащая женушка. Эти секреты я разделю только с королевой Аквакуру. А она никогда не скажет его ворам. Так, хорошо, королева. Королева Аквакур. Что это значит? А, где-то надо искать какую-то королеву. Кот. Кот, понятно, я не знаю. Это королева. Так. Движение какие-то, что ли? Ага. Ты чё, живой еще что ли? Алло. И сколько раз тебя убивать надо? А, все, умер. Так, выключатель не работает. Королева Аквакур. Какая-то аква. Так. Вот тут я ничего не вижу. А, хозяин аптеки. А мы где... Кстати, карта у нас есть. Так, у нас есть карта. Вот у нас сейф отмечен. Ага. Аптеки, аптеки. Искать надо будет аптеку, чтобы посмотреть там код. Где-то у какой-то королевы. Так. Патроны. Тупичок.
Так, слушайте, патронов вроде много. Может пойти всех-то тех убить там? Или не стоит? Ладно, давайте еще пробежим, найдем где-то сохраночку. Сохраночку найдем и пробежимся, всех убьем врагов. Так, бочку вижу, отлично. Так, а ты что тут? А, гордое одиночество. Давай так тогда. Вот так. Ай, по красоте. Ух ты, ты-то откуда взялась? Так, стопы, стопы, стопы. Мы так не договаривались. Ух ты, мразь какая. Да ну, ты чё? Да пни ты его. Так, блин, я в тупике. Да и... она мама. Ты что, тварь? Так, а еще идут, а я реально в тупике. Люди добрые. Так, патроны есть, ладно. Вон еще идет курица. Да ему. Ты че, тварь, а? Сдохни уже, а? Так, у меня здоровье не очень. Так, травочку. Так, маловато, да, еще надо. Все, сдохло. Так, а это у нас не аптека? Случайно, что это? Аптека. Королева. Так, вот у нас, вот очки, вот что, вот, надо читать внимательно все эти подсказки. Вот, обведенный 937. Да, ты чё, тварь? Вы чё, бессмертные, что ли, вообще? Блин, я пока так буду идти, я код забуду. Так, высококачественный порох. Ты-то хоть мертвый уже? Тварь. Зеленая трава. Так. Так, еще раз код смотрим. Так. 937. А. У нее еще, видишь, в разные стороны. 9 влево, 3 вправо, 7 влево. Лево, право, лево. 937. Интересно. Так, надо вернуться обязательно посмотреть, что там такое. 937, а то я забуду этот код. Где он? Где-то здесь. Ты-то не встал хоть? Никто не встал? Ты лежишь, да? Что-то скрипит, конечно, ну ладно. Главное не очковать. Так, 937. Так. 937. 9. А, не так работает, да? 9. И 7. Опачки, вот это красота. Так, что это такое? Прицел на пистолет. Ничего себе. А такое можно было, да? Так, а ну-ка, давай, объединим. И что, он у меня теперь круче, да? Видимо, да. Видимо, он теперь круче у меня. Точка появилась. Но мощнее-то стало, не? Или просто точка появилась? Прицел-то я и так видел. Чё?
Так. Смотрим. Так, мы ковыряли здесь. Эту аптеку мы все прошли. Здесь мы вроде всех убили. Здесь у нас курица вылезла. Кто-то топает. О, блин, топает. А. Может, меня не увидит? Или увидит? Я в тупике. Видит меня. Так, перезарядочка. Встанет он, не встанет еще? Знаете, в жопу тебя наколоть, я в жопу. Собака гнилая. Так, надеюсь, он сдох. Так, что у нас еще здесь вкусного, интересного? Так, здесь у нас проход куда-то, да? Так, здесь что у нас? Вон. Аж трое, идите сюда, вон я бочку-то вижу. Лучше вас. Надеюсь, все... Нет, последняя не задела. Ладно, придобьем. Какие вы долгие-то. Теперь все? Доволен? Да, патроны, хорошо. Так, тут что у нас? Так, магазин какой-то. У нас какой-то доход. Опа! Эй, да тихо ты, чё ты? Встал-то, сидел бы, я ж тебя не трогаю. Чего ты встал-то? Зачем надо было вставать, не знаю. Ты у нас чё тут? Вроде дохлая. Так, а чё, у меня порох не влазит? Порох у меня не влазит. Так, что у меня тут? Травки можно соединить. Так, объединим с красной, да? Пускай будет цветной порошочек. Заберем порох. И надо сохранку. Сохранку нам надо искать. Так, здесь у нас что? Так, здесь у нас цепь какая-то. Цепь, интересно, чем-то пилить надо будет или кусать, наверное. Так, идем. Так, стоп, а туда не надо было? А, вот у меня еще наверх. Да, давай. По порядку, мне кажется, так правильнее будет. Так, здесь что у нас? Так, ты дохлый? Дохлый. А ты не дохлый, да? Теперь дохлый. У нас тут патронов не напасешься, а? Совести у вас нет совсем. Так, пожарный. Пожарный шланг. Вообще называется рукав, ну ладно. Как бы, блин. Это ж получается как раз ту ерунду затушить-то. Так, что здесь у нас? Записка работников метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Вдруг совсем беда начнется, это хорошо. Запру его пока в оружейной стойке. Думаю, мародеры не доберутся. Пока поищу патроны где только смогу. Когда начнется, обрежу цепи. Вот он, голубчик, молюсь, чтобы... Мы все выжили. Так. А, ну на цепи, да? На цепи. Так, значит, мне надо будет искать, чем перекусывать цепь. Вот
Так, что-то у нас еще есть. Ну, я вроде помню, мне надо разгружаться. Так, замок. Замок опять такой же, опять ключ надо какой-то искать. Граната. Порох. Ну, я полный, мне вот куда, не, нечего. Порох я не хочу соединять пока. Хотя, слушайте, на патроны-то я могу объединить. Но патроны, да, как бы могу объединить. Вот так. И получается, что мне... Ну, это пускай лежит. Мне все равно сразу возвращаться за дробовиком. Рукав тоже здесь, запомню. Так, тут и что у нас? Это должно быть офисы метрополитена. Отлично. Так. Офисы метрополитена. Опять замок опять. Волшебный. Так, ЖД братьев Кайт руководство. При прекращении подачи электрической системы метро автоматически отключается. После восстановления подачи энергии укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться, а также используемые пути. Если маршрут проложен с ошибкой, не отвечая требованиям безопасности, операция будет прервана. Ага. Хм, ничего. Так, а это что там стоит такое? Ты кто? Опачки. Так, что случилось? Достижение разблокировано. Привет, Чарли, кукла Чарли. Ага, хорошо. Так, здесь у меня больше ничего нету. Здесь у меня больше ничего нету. Только замок. Замок. Так, места у меня два есть. Два места есть. Можно забрать, в принципе, рукав. Можно забрать рукав. Что-то места мало совсем так. Как бы. Как-то совсем маловато местечко. Так, теперь тот магазин, да? Мы там не были. Красавчик. Лежит, отдыхает. Так, а пожар где был-то у нас? Пожар, 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 пожар. Где проход горел у нас? Так, не здесь, на другой, да, локации. Да, тут запутаться можно. Так, пончиковая. Вкусненького есть. Так, замок вижу. Нам теперь эти куклы Чарли надо стрелять, оказывается. Так, здесь, так, патроны. Так, вы тут все мертвые или нет? Вроде все мертвые. Не встают. Так, что у меня? Кстати, патронов у меня уже много. Можно кого-нибудь убивать. Так, здесь замок, понятно. Вот, дверца. О, у нас сохраночка. Замечательно, давай. Так, что за шкатулочка? Давай посмотрим, что за шкатулочка. Так. А, у меня места под ней нету, что ли? Да ё-моё. Да, что-то с местами как-то туго совсем. Так, порох. Убираем. Это убираем. Так, эту смесь, наверное, убираем. Одну травку оставим. Так как-то. Так, шкатулочку забираем. Тут травка у нас. Сохранка. Так, что за шкатулочка у нас тут? Изучить. Замысловатая коробочка. Какая-то необычная коробочка. Кажется, внутри что-то есть.
Кристаллик. Красный камень, искусственный рубин. Отлично. И что с ним делать мне? Давай вот так пока положим. На сохранку его. Так, травку на сохранку. Да и второй тоже на сохранку. У меня здоровье вроде полное, не должен умереть, сдохнуть-то. Так, мне надо, получается, пожарным гидрантом бежать тушить тогда. Так, сохраняемся. Так, кстати, а здесь что у нас? А, вот я куда вышел-то. Вот где все эти гоблины-то. Волшебные. А, Саня идет. Это вот по лестнице же как раз. Сказал, так, что за... Кто-то захрюкал. Где? Нет. Так, мне куда надо тогда? Где тушить надо было? Да ё-мо, я ещё мимо стреляю. У меня аж прицел, чё я мимо стреляю-то? Есть один. Да ё-моё. Второй. Вроде попал. Но... Там уже головы нету уже. Есть, отлично. Вроде мы справились. Так, то вроде верхнего добить еще надо, да? Уже вставал. Ага. Еще встал. Да ты че, блин? Ложись, отдыхай. Так, здесь у нас что у нас тут? Так, мне надо рукав пожарный этот куда-то сунуть. Так, электрическая шляпа тут это. Блин, а где рукав-то был? Я и не помню уже. Что-то уже подзаплутал. Так, не тут где-то. Да. Вот, вот, отлично. Так. Давай посмотрим, что у нас произойдет сейчас. Замечательно. Кусачки, друзья, вот они родные. И сохраночка, еще и ящик. Ой, сказочно, прям замочек. Я прям обожаю эту игру. Так, кусачки берем обязательно. Можно пробежать везде по обратке, да, пораскусывать. Хотя надо будет еще разобраться, как замки открывать. Так. Травы ничего не надо. Сохраночку сохранимся. Вдруг кто меня съест. А, вот, вот у меня уже, пожалуйста, уже. Уже работа пошла. Come on, don't look at me like that, all right? I'm not an infected. No, 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 wait, please! Ой, ты собака, what злая. He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned.
There's your sense of self-preservation. Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Эх ты, терминатор недоделанный. Барсук штопанный. Взял чувака, убил. Так, что тут? Дневник. Так. Ничего полезного. Пускай он сам свою лабуду читает. Так, это куда свалил тут? Так, куда нам надо идти? Так, чувак. Чувак, ты какой? Нормальный, не? Чувак. Так, предсмертная записка. Европа, Восточная Африка. Я думаю, что знаю, что такое ад. Полагалось не сломаться, чтобы мне пришлось пережить. Но это работа. Я она должна быть, была быть легкой, быстрее деньги. Я это заслужил. 30 ребят угрожали винтовки, произведение искусства. Всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Ничего полезного, да? Да, ничего полезного. Плохо. Ничего полезного. Так, тут у нас записка электрика. Общественные генераторы предоставлены гильдии электрики Ракон Сити. Так, генератор заклинит. А в него попадут пули. Удар. А, это то, что я как раз стрелял там по ним, но... Ясно. Опа, там что такое? Опа, шухер. Ты чё, пёс, блин? Где второй-то? Ух ты! Красиво легли, смотри-ка. Прямо какое-то восьмилапое чудовище. По красоте. Так, ну мне кажется, надо все-таки как-то вернуться и проверить все двери, которые были с цепями. Сейчас пройдем еще, посмотрим. Так. Мне кажется, так правильнее, наверное, будет. Хотя фиг знает. Тут неизвестно, что будет правильно. Так, порох. Мне кажется, что-то я чуйка-чуй, когда будет попа. Так, стопы. Ты выйдешь сюда, не? А он где-то здесь. Блин, она же здесь была. А, вон она. Еще идет. А, вот тут еще другие. Да ё-моё, а. Тварь-то такая. Блин. Но мне в таком темпе, блин, траву надо будет. Я так далеко не уйду. Так, еще замок. Еще замок. Так, здесь что у нас? Пусто. Здесь порох. И здесь замок. Так, порох есть. Хорошо.
Так, объединить. Ну вот травы у меня, трава нужна. А я с собой-то не взял траву. Ладно, давайте пройдем, посмотрим, что тут такое будет. И тогда посмотрим уже. Так, красная есть. Блин. А, у нас сохраночка. Ну, вообще замечательно тогда. Так, факс от начальника подстанции. В связи с участившейся вспышками эпидемии, принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включите главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. Так, где-то какие-то 4 рубильника. Давай сейчас посмотрим. Так, там что-то страшное. Ухуху, так, это, опа, так. Сумка дополнительная, отлично. Вот, вот это подгон, ребята. Вот это круто. Так, по травкам. У меня получается... Так, достаем. Достаем. Блин, у меня здоровье-то... Ладно, фиксим, пускай будет. Так, к дробовику пока мне не нужны патроны. Так, здесь у меня порох только один. Здесь порох только один. Патронов у меня как бы не очень густо. Так... Патронов не густо. Патронов не густо. Так. Травка зеленая, красная есть. Как бы все хорошо. Здоровье еще терпимо. Ну, погнали дальше. Посмотрим, что это за рубильники там. Ох, пахнет, как даже и думать об этом не хочу. Не думай. Нюхай, да и все. Че думать-то? А там замок. Опа, здрасте. Тут замок. А, мы там дальше идти. А тут что замок? Куда? Куда? В никуда? Травка, 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 вот. Так. Зеленая трава работает, так. Так по зеленой траве, чего мы знаем, все. А, лечит. Лечит и немножечко калечит. Так, тут что у нас? О, шкатулочка еще. Так, что за шкатулочка? Фу. Футляр. Какой-то футляр. Так, что за футляр? Изучить, давай изучим. Открывается, так. Это что у нас? Отмычка. Вот оно счастье-то. Оно было-то рядом. Отмычка для замков, если я правильно понимаю, да? Так, сундук. Патроны. Что-то они так травкой напихали, патроны дали. Что-то, мне кажется, что-то должно быть. Сейчас, как-то, мне кажется, я вот одним местом чую, что что-то сейчас будет. А так, отмычка как у нас? Используй, давай. А, сам. Сам отмычкой открывает. Замечательно. О! Тихо. Кто здесь? На городовой. Фу, какая мерзость. Опа, ничего, ее накрыло.
ее накрыло. Да и не говори-ка, мерзость. На тебя посмотришь так же. Мерзость полная. Так, что-то мне не нравится. Вот это что такое? Ничего не происходит. Так, щиток. Опа! Ты чей? Опа. А ты чей? Так, сколько расстрелять тебя надо? Так, два раза. Ага, двух патронов. Достаточно. Так, куда? По левому? По левому краю пойдем. Один рубильник. Да. Да ты чё, собака? Фу, блин. Фига его накрывает там. Паразиты какие-то. Да стреляй давай быстрее. Вон там еще гадина. Опа, а чё ещё было? Нифига, у меня фокусы какие-то были. Какие-то прыжки. Акробатические. Так, вроде сдохло. Акробатические прыжки. Так, второй рубильник есть. Так, это потом надо, подожди, на начало вышло. Так, 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 куда мне дальше-то? Трава. Отлично, трава, хорошо. Так, я напряжен, как-то прям напряжен. Ну, как бы не хочется подохнуть такой задницы. Так, вот у нас еще. Отлично. Да я прям ковбой. Блин, 7 патронов осталось. Ребятушки. Мне трындец. У меня патронов мало. Так, мне патроны нужны. Срочно патроны. Вот, вот оно, спасение. Так, что за писулька тут какая-то? Записка Чеда.
Так, что здесь произошло последние несколько дней? Творится какая-то непонятная хрень. Эти странные жуки гнездятся. Из вентиляции прет металлический запах. Вчера начался вообще в форме трындец. Нужно к маме пригород загонять, узнать, как дела. Но босс требует сначала выключить все рубильники. Черт побери. Надо побыстрее закончить и валить отсюда. Так, живот скрутило, аж двигается больно. Последнего рубильника прибежал к древенному жучилу и сунул мне в лодку толстенную трубку. Я или ноги его унес, чуть не заболевал. Так, фу. Короче, фигню какую-то пишет. Че полезного. Так, где-то у меня, да, пас? Еще один должен быть. Так, с патронами аккуратнее уже надо. Лучше, наверное, травку скушать. Патроны последние потратить. Да ты что, собак-то, а? Так, отлично. Да ты чё, тварь? Отвали от меня. Так, тупик. Да отвалите вы от меня, не хочу я патрон на вас тратить. Дайте мне просто уйти и все. Я уйду спокойно, не буду вас трогать даже. Отвалите от меня. Все, не иду следом. Твари, а. Так, слушай, нормально, мне так подпортили шкурку. Так, травочку съедим. Да уж. Так, сейчас надо убежать, скрывать все цепи и замки. Так, теперь нужен рубильник основного питания. Давай, давай, где он тут у нас? Отлично, мы выполнили задание. Справились на все 100. Так, тогда на сегодня заканчиваем. Сейчас сохранимся. Вот, и в следующем видео побежим уже вскрывать все сундуки, замочки, цепочки, потому что у нас много чего осталось. Так, перезаписываем. И на этом заканчиваем. Всем спасибо, всем пока.